А знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что компас изобрел поляк, единственный уцелевший после памятной встречи с Иваном Сусаниным? Узнав, что Мальвина собирается делать пилинг, не на шутку взволнованный Буратино тот же подал на развод. Подскажите, как действуют таблетки для посудомоечной машины? Уже съел 3 таблетки, а посуду мыть все равно не хочется. В антикварном магазине муж увидел кларнет и спрашивает у жены: «Дорогая, как ты думаешь, не поздно ли мне в моем возрасте научиться играть на кларнете?» Жена говорит: «Тебе-то не поздно, но, думаю, мне поздно тебя слушать». А ты знаешь, что шахматы придумали наркоманы? Чего бы это? А где ты видел, чтобы конь пожирал слона, а башня двигалась по периметру? Диплом пишешь? Нет, жду, пока будет правильный настрой. Да? Это какой же? Паника за 2 дня до сдачи. Начальник отдела кадров собрал трудовой коллектив и говорит: «В нашем коллективе в настоящее время работает 30 с лишним человек». Дед Петруха спрашивает: «И кто же лишний?» Начальник отдела кадров говорит: «Сейчас узнаем, тяните палочку». Турист деревни спрашивает у местного мужика: «А как у вас собирается на это высокое дерево, чтобы нарвяжать людей?» Мужик говорит: «Нет проблем, сейчас отвяжу свою собаку». Немолодая дама подходит к группе подростков и спрашивает: «У вас не найдется сигареты для прекрасной дамы?» Один из них притягивает сигарету и говорит: «Да, только почему она сама не подошла?» Что такое битый час? Это когда блондинка пытается выехать из парковки. Я смог установить своих предков вплоть до времен Рюрика. А как обстоят твои дела с генеалогическим деревом? Ничего не могу сказать. Документы были утеряны во время всемирного потопа. Подписываемся, кликаем на колокольчик.